Спонсор сегодняшнего ролика – магазин Full Steam. Это магазин, в котором сможете купить различные ключи и аккаунты на разные игры, такие как Counter-Strike Global Offense, Battlefield 4, Sims, FIFA. Также в описании есть ссылка на промокод, благодаря которому вы сможете получить 15% скидку. Ссылка на магазин в описании, мы переходим к нашему ролику. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные кликеры. И сегодня будем играть в кликер под названием Galactic Clicker. Здесь нам предстоит покупать кораблики, которые будут нам поначалу генерировать очки. И после этого, конечно же, мы начинаем кликать, чтобы приносить себе побольше денежек. Вот таким вот образом мы кликаем, и появляются у нас, конечно же, новые-новые самолетики, которые будут нам приносить деньги. Кликер, в общем-то, сначала выглядит довольно простым, но идея интересная. Здесь очень много апгрейдов. Будет прокачиваться именно вот этот у нас, вот эта планета. Это луна, которая летает возле нашей планеты. И это все дело у нас поначалу. То есть мы сейчас будем копить на апгрейде, который справа. Там NASA, Moon Landing, Fusion Reactor, Ion Drive. Все это будет у нас покупаться, и это будет все наглядно выглядеть. Все появляться у нас это будет на вот этой карте. Правда, некоторые апгрейды не появляются. Там типа Moon Landing появится, там база построится, все такое. Это будет, конечно же, у нас появляться. Но самое прикольное, что когда мы дойдем до последнего апгрейда, мы перейдем уже в другую стадию всего этого левела, и у нас уже будет такая галактика, так сказать, там звездная система, по-моему. И каждый раз это дело будет, конечно же, прокачиваться, и это очень интересно. Лично мне понравилось. Правда, это довольно далеко нам предстоит доходить. Я, так сказать, увлекся данным кликером до этого, и пришлось хард-ресетить все это дело. Но я вам сразу говорю, что у нас будет в будущем, а в будущем довольно все интересно и круто. Поначалу лучше, конечно же, покупать нам сразу новые кораблики, не стоит покупать старенькие, хотя можно, хотя этим можно заняться. Но я больше предпочитаю, кстати говоря, я предпочитаю покупать сразу по 10 штук, что это ж я сразу по 10 кораблей до этого покупал. И это было довольно здорово. А сейчас я купил каждого по одному, и это немножко не то. Потому что не хватает денежек. Так, сейчас купим корветов сразу. И 20 файтеров, чтобы у нас было неплохо денег. Самое главное, я считаю, здесь покупать их сразу по 10 штук. Иначе будет немножко совсем не то. И будет приходить очень мало денежек. Поэтому сразу купим на десяток. Не обращая внимания на однерку, хотя, по идее, быстрее было бы, конечно же, по однерке покупать, но мне почему-то интереснее именно купить сразу десяток. Потому что так, наверное, быстрее потом идет. Хотя фиг его знает. Это лично мое мнение. Можете покупать по-другому. Я вас не заставляю. И, ребята, вам напомню, что если вы хотите больше всяческих кликеров интересных, то ставьте, конечно же, лайки. Больше лайков, больше кликеров. Так что, если вам хочется чего-то новенького, еще получить свою мушку, вы знаете, что делать. А мы продолжаем, продолжаем хреначить. Нам осталось еще 200 тысяч, и мы купим 10 ганшипов. Кстати, здесь еще есть уровни наших кораблей. Каждый 30 уровней, по-моему, у нас 30 первых кораблей. Это первый уровень корабля. 50 или 60 это второй уровень. И 100 это уже третий уровень. Это у нас чуть-чуть увеличивает, по-моему, бонус за штуку кораблей, или вообще продакшн их не вообще увеличивает. Что-то сегодня голос пропадает. Да. Ну что ж, ладно. Не буду о грустном, пойдем дальше. Надо будет на фрегаты копить. У нас уже генерируется очень неплохая сумма. Надо купить первых апгрейдов. Вот НАСУ купим, у нас теперь волны исходят от планеты и Moon Landing. Мы приземлились на Луну. Теперь у нас еще круче апгрейды. И теперь за 750 тысяч у нас будет продакшн X2. Поэтому все, что у нас было сейчас, станет X2 в производстве. Это очень круто. Покупаем. Теперь у нас очень много всего сразу дается. Так что чуть-чуть еще потерпим и купим себе 10 фрегатов. Всего 3 миллиона осталось у нас. И думаю, мы до этого сейчас дойдем. Хотя можно за 2 миллиона купить Ion Drive, но пока этого не буду, куплю фрегатов лучше. Потому что X2 у нас всего продакшена еще не скоро. Придется лучше покупать фрегаты, как мне кажется. Потому что чем быстрее у нас будет продакшен наш делаться, тем лучше. Ну что, чуть-чуть совсем осталось. Сейчас мы добьем. Добьем все это дело. И 10 фрегатов, ребята. Воу!
Просто 200 тысяч дается за эти фрегаты, 200 тысяч в секунду дается, при этом я еще сам кликаю, это ускоряет все это дело. И, ё-моё, сколько у нас сейчас денег прибавляется, осталось 30 миллионов накопить и будет вообще супер-пупер. Так, давайте купим еще вот эти вот апгрейды, Space Telescope. Да, по-моему, те апгрейды, которые с восклицательными знаками, те появляются на этой карте, они именно что-то изменяют, поэтому... Покупать самое интересное именно такие, которые что-то меняют у нас. Так. Осталось еще 13 миллионов набить. Ничего, думаю. Набьем. Самое классное, это, конечно, когда у нас уже будут дредноуты. Они стоят 890 биллионов, и это довольно много. Сейчас для нас это довольно много, поэтому копим, копим. И у нас все будет. Так. Крейсеры, давайте. Все, у нас есть крейсеры, супер. Сейчас у нас прибавляется по 1 миллиону, можно сказать, в секунду тупо из-за крейсеров. А если у нас еще воршипы будут, то это вообще очень-очень много. Так, ладно, буду побыстрее щелкать, постараюсь накопить еще на воршипы. Хотя это и довольно дофига. Но, надеюсь, мы сейчас... Побыстрее заработаем на них, и будет все очень круто. Черт, я уже устал. Самое забавное, что в некоторых кликерах есть защита от автоклика, где очень быстро щелкать нельзя. И, по-моему, в кликер Monsters, если я вот так вот начинаю быстро кликать, то... Начинается, конечно, веселуха, что он считает, что я чем-то таким пользуюсь и не дает мне очень быстро зарабатывать очки. И это печально. Не монстр кликер, а кликер Heroes, по-моему, да. Там, когда я начинаю быстро щелкать, есть определенный лимит щелчков, и поэтому не захреначишь по-быстрому монстра. Довольно печально. Так. О, у нас скоро будет Production X2, 2 биллиона надо. Ну, я буду копить на дестройеров тогда уже. Осталось-то тут совсем немного, в принципе. Я покупаю корабли, в основном, новые. Потому что корабли, наше все здесь, по большей части. Хотя, 2 биллиона накопить на Production X2, может быть. Все станет в 2 раза сильнее. Я даже не знаю. Соблазнительно, конечно, но мне кажется, что все-таки дестройеры, а потом уже Singularity Plant. Тем более, что еще 800 надо потратить на эту. На Lunar колонию. Лунную колонию. Давай быстрей. Чуть-чуть осталось. Все, устала рука. Не буду больше так щелкать. Буду стандартом пока что. И охренеть, как быстро теперь мы зарабатываем. И сейчас дойдем до продакшена X2, купим Singularity Plant. И будет у нас, ё-моё, как много всего. Заработать на новые корабли вообще не составит никакого труда. Так что чуть-чуть подождем, и все будет очень круто. Так. И хоп. Теперь у нас 89 миллионов дестройер дают в секунду, 14 миллионов форшипы. В общем, дохренища. Можно сейчас уже копить на батлшипсы. Батлшипсы. Так. $14 биллионов накопить. Ну, думаю, накопим. Не страшно. Главное, щелкать не переставать, потому что щелканье приносит самые основные нам деньги. Кстати, только сейчас обратил внимание, что у нас... Слева есть еще и дата, когда мы все это делаем. Когда мы делаем определенное открытие, видимо. Может, в конце будет какой-нибудь график. А, еще справа, кстати, написано Stage, сколько мы уже сделали открытий для того, чтобы перейти в следующую стадию. Так, почти накопили. И у нас есть Battleship. О, вот это полетели просто деньги, ребята. Просто полетели. Только посмотрите скорость. Ё-моё, просто охренеть как много. А вот и следующий этап, 10 биллионов набиваем, и у нас будет
X8 всего того, что у нас есть по скорости добычи. И просто пуф, у нас 4,3 биллиона делается, и у нас новое, новый этап. Теперь у нас 55 апгрейдов надо сделать. И только посмотреть, теперь у нас целая система здесь. И насколько мощно теперь у нас все прибавляется, можно уже купить себе и карьеры, эти 51 биллион секунд, и до дредноутов накопить вообще не составит никакого труда. Сейчас у нас самое главное просто покупать, прокачиваться и доходить как можно дальше. В общем, офигительный кликер, хотя и довольно долговатый, но я в него уже неплохо так залип до этого. Ну что ж, на этом все, надеюсь, вам понравился он. Ссылочка на него в описании. Если хотите побольше кликеров, конечно же, ставьте лайки, будет больше интересных кликеров. На этом все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока!